Итак, наша следующая, ребята, глава. Шестая глава, реактивная шахта. Походу, сегодня мы будем знакомиться с новыми гостями базы Черная Меза. Итак, что у нас есть по оружию? Пистолет. Кое более-менее автоматик. Дробовик. Парочка гранат. И наш скилл. Ну что, давайте отправляться. Можно, конечно, было все это сломать монтировкой, но для более эффекта, конечно, охота использовать. В смысле? А что, не взрывается, что ли? Почему? Должна же вроде. Но для большего эффекта охота дробовиком. 15%. Да, мэм, вас понял. Так. Пополнение у нас есть, да? Держи. Отстрелялся, герой. Есть кто дома? Здорово. Прятался, да? А гранаты надавали, наверное, потому что у нас там очень много будет, скорее всего, таких вот странных существ. Так, а что я? Что-нибудь открыл? Давайте спускаться. Да блин, что застрял-то он? Чувак, ты наш чувак. А кто это такой-то вообще, а? Если честно, даже название его не знаю, кто это вообще. Так, лифт не упадет, надеюсь. Мало ли что. Давайте сюда поднимемся. Я думаю, что скоро нас пригласят в шахту. Как минимум. Так, это что тут такое? Вентиляция. Гранаты. А что их так много-то? Неспроста, ребята. Здорово. Да, лифт, походу, не работает или работает. Я уж не знаю точно. Да, уже и не важно, работает он, не работает. Придется спускаться так. Наверное, можно было спуститься на лифту. Но я изобрел другой прием спуска вниз в шахту. Так-то, конечно, долговато. Тут еще лестницу сломали. Ну что ты, оторвись тоже от этого. Так. Есть кто дома? Йоу. Радио. А радио что, можно настроить? Кстати, радио чем напоминает метро? Exodus. Начало экстренного сообщения. Только что тут они молчат. Ладно, забудь. Давайте смотреть. Вагонетка, походу, это наш главный инструмент прибытия. Увеличить скорость, уменьшить скорость. А если я пешком хочу пройти, можно так сделать? Или надо именно на вагонетке? А, там, походу, вон, наверное, под напряжением рельсы, скорее всего. Там и не пройдешь. Что, запустили, нет? Мы едем? Алло. Тихо. Спокойно. Тут поди еще придется стрелки переключать. И она будет сама ехать куда надо. Ну я фиг его знаю. А, вот так, да? То есть нельзя скорость уменьшить. Можно только просто остановить. Понятно. Ой. Но это опрометчиво было. Пытаться снять вагонетку своим телом. Может, дробовик взять? Это кто там? А, кентяра! Внимание, химическая база.
ничего страшного. Я думаю, может, прям на скоростях проехать. Прям на броне. Просто на скорости проехать. Все равно нихера не сделают. Давай, прям гоним. Да, можно пешком пробежать поверху. Давай, во. Запуск. У! Хорош. Разрушение арматуры скафандра. Да ладно, ё... Автоматическая медицинская система включена. Введен морфий. Ну, ни хрена себе. Так. А как мне вот туда теперь подняться-то? Ай, запрыгнуть я не смогу, да, здесь? Я думаю, туда даже и падать-то нельзя. Если только вот так. Там, наверное, радиация. Так, 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 так. Ага, смотри-ка, да? Не дай бог сейчас сломается, я буду долго ржать. Ладно, с разгона, так с разгона. Давай! Хорош, тихо, аккуратно. Главное не свалиться, не хочу я начинать по новой. Так, 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 так. Что теперь от меня хотят? Это можно как-то открыть? Нет, да? А что тогда? Да ну нафиг. Ага. Хрен там плавал, да? Будем лазить по трубам. Неспроста, да? Здорово! Дружище! Держи. А если вот так сделать? Ой, что-то тебя разорвало, бедного. Аккумуляторы стоят. Непонятно зачем. Так, наверх можно подняться? Есть там смысл? Здравствуйте. Ага, ага. Труба. Опасность. Да. Опять заболевали. Получите всего нахер. Помощь. Сейчас получу. Энергия 15%. Энергия 30%. Угу. Это хорошо. Ну хоть бы спрятали бы аптечку бы здесь. Ладно. Опа. Нифига вас там сколько. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Нормально. Так, теперь вот без бутылки не разберешься, да? Как вот туда вот? Лови. Внимание, химическая опасность. Я думаю, если туда провалюсь, это будет до свидания. Так, а лифт-то как-нибудь работает, нет? Я хер его знаю. А смысл вообще туда есть проваливаться? Вот. Ага. Ну-ка. Да, лифт работает. Это очень радует, что лифт работает.
Может быть, стоило переместиться в другое место? О, загрузочка, значит, двигаемся правильно. Значит, двигаемся, ребята, правильно. Приехали. Что вам надо, а? Звука. Неплохо, неплохо. Такая здоровенная прям шахта. Я походу звук опять сделал не русский. Ладно, одну главу можно будет пройти, не страшно. Охранник здесь лежит. Ученый. Да, дверь закрыта. О! Опять эти хэдкрэбы сраные. Ну-ка, я ж снайпер, да? Нет, не снайпер. А кто там урчит? Хорошо, брат. Блин, ты... Все. Умер. Хитман. Опять вы. Барнаклы. Интересно, а кто там бьется? Что за тварь такая? Большущая и страшная. Ох, ёб твою мать. Блять. Твою мать. Что делать-то, блин? Закрыть-то как-нибудь можно, нет, или открыть? Привет, братан, ты живой? Здорово. Мы собираемся прорваться в топливный корпус. Ты с нами? Конечно, с вами. Давай попробуем. Интересно, как он реагирует на людей? Он что, рандомно что ли бьет? Или у него все-таки есть какой-то алгоритм? Так, нам походу надо вот туда, где доски. Нихуя он мне бьет! Вот это, блядь, да. Вот это мне он сейчас дал по пердаку. Прям вообще нормально. Я прям похудел, наверное, на 80 хп, блин.
Вот это я было, наверное, опрометчиво слишком. Не надо было этого делать. Ладно, я ж не знал. Твою мать, еще один тут. Наверное, не стоило так себя вести. Ну-ка. Нихера у вас, блин. Вот это у него прям дальность полета. Так, ящики, по-моему, взорвались, да? Блин, мне нужна хпшка. Если я хпшку не найду, я поиграл. Хоть здоровье поправить, то хорошо. Я думаю, что мне еще с ним предстоит встретиться. Вряд ли он меня так просто отпустит. Я вот больше чем уверен, что так оно и будет. Окей, let's go. Чем-то напоминает фильм, знаете, такой это. Старый такой, но очень хороший подъем с глубины. Ты сейчас просто не знаешь, откуда он появится вообще. Как он реагирует. Чё там? Вот что там, проблемы? Держите бонус от меня. Вот и ладушки. Опять в шахту, да, нырять? А как туда? Там без лесенки, что ли? Так, лестница вот здесь есть. Бочки тут какие-то мешают, блин. Ага. Чё-то я хер его знаю, подожди. Здесь всё не проходит. А чё, прыгать, что ли, просто? Да ну нахрен. Там воды нет. Как я буду прыгать-то с такой высоты? Вот там есть вода. Но я не знаю, прыгать туда или нет. Что-то я не в понятках вообще. Здесь он не лезет. Здесь тоже не пролезет с этими бочками. Тараканы ползают. Ну я, если только, может быть, вот так, я бы прыгнул бы, конечно. Но как-то мне не нравится эта атмосфера. Шахта эта. Ёб твою мать. Дайте вылететь-то, а. А тут, по-моему, ни хера нет. Да. Вообще ничего нет, пойдем. Тоже радости. Вот куда нам, сюда? Нет. Значит, пойдем обратно. Сейчас какая-нибудь его клешня вылезет еще. Какой-нибудь стенки вот из такой прям. Бум, блин. Вентиль тут что-то какой-то. Он не работает. Не работает, значит, пойдем сюда.
Что-то больно длинные какие-то тоннели канализационные. Здорово! Что-то такое. Лаборатория. Четвертый доступ. Карай меня досками кидаться, а? Закрыт сектор теперь. Так, что это у нас тут? Блин, нет. Ни одного живого человека нет. Я вот думал, может, автомат оставить. Пистолет. А, так у них пульты одинаковые. Что у пистолета, что автомата. Только сейчас заметил, что у них пули одинаковые. И что ты мне предлагаешь? Вентилятор наше все, да? Что-то как-то он больно это медленно летел. Там что, гравитация, что ли? Уж очень подозрительно. Что, ты мне предлагаешь сюда, что ли, прыгать? Да ну нахрен. Не верю я в эту шляпу. Фонарик какой-то беспонтовый. Да не, да ну нафиг. Может, что-то я не включил? Что-то, может, с вентилятором надо сделать? Ну, я хер его знает. Тут без пузыря не разберешься. Надо, наверное, очень быстро валить. Что мне делать? Он что, не отключается, что ли? Все. Да ну нафиг. Нет, что-то не то. Надо было походу. Так, а у него башка здесь что?
А, значит, надо было очень быстро. Можно сказать, что мы поиграли. Или он не достает? Да ну на, конечно, достает. Значит, надо включить и прям ломиться сразу. Медленно. Прям быстро, да? Я вот думаю, может быть, надо прыгнуть просто. Скорее всего, и нас поднимет вверх. Так вот, да, значит. Придумают же, да? Небольшой разрыв обшивки. Я еще хер его знаю, я что-то правильно спустился, нет? Здорово! Ты хочешь сказать, что ты выдержал гранату? Молодец. Быстро, кстати, притягивает очень. Между прочим. Энергия 15%. Очень быстро присасывает барнакл. Куда-то мне ее надо вставить. Понятно. Покрутить их надо. Оба. Мысли, что тебе надо повторить-то? А-а-а. Понятно. Чё сюда приперся обратно?
И чё я сюда припёрся обратно, да? Что готово-то у вас? Не пойму, а чё готово-то? Помпа, 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 так. Понятно. Чё от меня хотят? Не пойму я, куда идти. Сила Т, подача топлива. Может, сюда? Да. Значит, правильно сюда. Ой, придумают же. Где этот дурачок-то? Хрен его знает, как правильно с ним воевать-то. Нихера себе. Разрушение арматуры скафандра. Вот интересно, вид он или нет. Дают вот так пролезть. Это что, получается, надо его так обойти, что ли, без палева, или как? Я что-то нихера не пойму, как это сделать. Нет, смотри, обошли. Что с ним делать? Ну и еб... А чё ты туда не прыгаешь-то, блин? Чё с ним делать-то? Вот так вот, да? О, блин. Долговатая миссия, по-моему. Внимание! Химическая опасность. Состояние здоровья ухудшается. Нормально все.
Ну, вроде правильно идем. Интересно, ему надо было именно так пройти, все-таки можно было обойти по лестнице спуститься, но там надо типа вести себя тихо. Я хрен его знает, как это работает на самом деле. Столько ящиков, а ни хера нету, да? Так, что у нас там есть? Лови! Блин, гранату поймал. Под жопу тебе прям. Хорош. Четко прям, да? Как надо зашел. Ага. Ага. Что это мы вызвали? Подачу энергии какую-то, да? Боеприпасы кончились. Здравствуйте. А, вы сдохли? Энергия 30%. Энергия 45%. Так, это лифт, да? Поехали. Нафиг я тут так. Итак, с патронами вообще тяжко. Ну ничего, вроде живем. Я думаю, скоро придется драться с этим осьминогом, или как там его правильно называют. Походу приехали. Лифт сломали. А что, так можно было, да? Что-то как-то странно. Ну-ка, подожди. Вот он встал, да? Сейчас попробуем вот так сделать. Ну чё, будешь падать, нет? Вот так я хотел сделать. Сука, а чё он не падает лифта, а? Подстава какая-то прям. А вон лестница, да? Это просто надо знать. Но я понимаю, что лифт упадет. Это по нашему. Да отцепись ты уже, блять, от нее, от этой лестницы, это ёб твою мать. Здорово. Как успехи? Я надеюсь, никто не ждет, что я пойду и запущу генератор. Смитерс пошел туда и не вернулся. А кто такой Смитерс-то? Ты думаешь, я знаю, братан? Смитерс, да, говоришь? Хорошо, попробуем найти того Смитерса. Когда эта тварь перестанет мешать, мы сможем выбраться через старую железную дорогу. Да я понял тебя. Ладно, пойду посмотрю, кто это там.
Да ты из чего сделан-то? Боеприпасы кончились. Да ну нафиг, а? Охереть. И что ты мне предлагаешь? Так, лестница, лестница. Угу. А в какую дверь-то идти? В эту или в ту? Понятно. Боеприпасы кончились. Что такое? Патрончики, это хорошо. Что, комп не работает? Все как и Клауда сделали. Прям точь-точь. Тихо, тихо. Главное не упасть. Какое это укрытие? С места, пока ситуация не улучшится. Теперь уходи и никому не говори, что я здесь. Ты настолько наивен, дурачок. Ты же здесь сдохнешь от голода, или тебя найдут, сожрут. Ну вы тупые. Никто не одолжит мне сотовый. Какой сотовый? Дурак, что ли? Ты в шахте находишься. Какой сотовый, блин? С головой, что ли, проблемы? Ставили такое интересное. Система подачи энергии задействована. Там кран он стоит, да? Так, и что? Куда теперь? Поднимемся по-любому. Вниз, что ли, спускаться? А, вон туда идти, да? Ясно. Я не знаю, смысл правильно иду вниз или нет. Энергия 65%. Вроде как, наверное, да. А может и нет. Да, правильно. Раз эти появляются, значит правильно. Здорово, еще раз. Отлично. Кто-то восстановил питание. Ну да. Мы сразу же запустим двигатель. Так, ну и что? Наверх, что ли, опять? По лестнице подниматься? Мне бы так лазить бы. Было бы неплохо.
Так. Ни патронов, ничего, да? На, играйся. А патроны бы желательно. Что ты бегаешь, бегаешь назад, вперед по всей этой шахте. Ну, раз загрузка идет, значит правильно идем. Осьминожка. Вот что с ним делать сейчас? Я даже не знаю. И мне кажется, надо как-то закрыть какой-то люк, чтобы ему отрубило эти его лапы. Там музыка странная всегда играет здесь. Непонятная. Наверх как-то выбираться. Мне интересно, он видит или нет. Такое ощущение, что он наверх ломится. По-моему, он не видит. Здорово. Дальше не пойду. Да и не ходи. Оу. Понятно. Сожгли мы его. Красава. А куда теперь? А ведь правду говорят. Есть кровь, можно убить. Ну да, культовая фраза Шварценеггера, да, в «Хищнике»? Если есть кровь, его можно и убить. Ну и куда теперь идти? Надеюсь, что больше ничего похожего вокруг базы не растет. А теперь-то куда идти-то? Ой, спускаться вниз, что ли? Что-то как-то непонятно. Ну, наверное, спускаться надо в то место, где он был. Червяк этот. Или как его назвать правильно? Ой, правильно его назвать этот. Осьминог. Ну, руки-то у него щупальца длинные были. Хера там, сколько метров-то они у него. Как вообще он сюда мог залезть? Я не представляю. Протолкнуть свои щупальца. Офигеть. Смотри, какая высота просто.
Как он вообще сюда их протолкнул? Опа. И где это я нахрен? Че, под водой что ли? Нихера не видно, блин. О-о-о. Где я нахрен? А че я сюда приперся? Как у меня обстоит вопрос с кислородом? Так, погоди. Где-то должна быть какая-то тут дверь. Правильно? Чё-то нифига не пойму. Ну и что? Мне не по шарам, что ли? Там дверь. Что за херня-то? Непонятно. Чего делать. Даже никакого тут люка нет. Вообще ни хрена нет. Да ничего, куда идти-то? Алло. Сука. Тогда понятно. Мы не ищем легких путей, да? О-о-о.
Оп. Мы не ищем легких путей выхода из этой шахты. Так, только надо понять, в какую сторону мне идти. Оп. Энергия. Энергия — это очень хорошо. Ну и что мы можем здесь придумать? Ага. Лестница в небо, да? Вентиляторы. Ну, тоже неплохо. Копыта сломать. Оп. Да, не представляю, как выглядел Half-Life оригинальный, но Black Mesa, конечно, класс. Молодцы разработчики, которые реально запотели, сделали этот ремейк. Сотку и сотки я им поставлю за все в этой игре. Так, это крутится, нет? Ага. Будем играть строителя. Куда? Вот так вот. Это уже... Ну, я даже не удивлен, что здесь будет подарочек. Ну, это же читаемо. Надеюсь, мы убираемся с этой шахты. А то мы что-то тут уже задержались. Мягко говоря. Большая такая прям шахта. Здоровенная. Даже как-то уж устал я там находиться. Это нормально. Да иди ты в очко. Это что такое? Фотоаппарат, что ли? Что это такое? А, это мина. Так, я как понимаю, наверное, это следующая, ребята, глава. Энергия. Давайте мы на этом, ребята, завершим наше прохождение. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайкосы, подписывайтесь, комментируйте, спрашивайте. Удачно и берегите себя.